В связи со снегопадами оказался недоступным дворовый хоккей, чтобы дети были заняты полезным делом и проводили свое свободное время на свежем воздухе, приводятся в порядок спортивные площадки. Город более-менее откопался от снега, поэтому дворники теперь приступили к очистке хоккейных коробок. Одна из них находится на территории школы номер 1 микрорайона «Восточный». Работали в авральном режиме, выходные все дни, субботу, воскресенье. А спортивную площадку на школьном дворе мы оказываем просто посильную помощь, чтобы детское население, которое после школы могли достойно кататься. Всего в управляющей компании «Восточный» трудится 22 дворника. И в сильные снегопады, когда они не успевают, на очистку снега выходят все работники. В последнее время были такие погодные условия, метель, буран. Вот приходилось выходить, помогать там дворникам. В общем, всем коллективом работали. Чистим сейчас коробку. Вот здесь, чтобы молодежь играла, каталась на коньках. В Кумертау хоккейные коробки расположены в разных частях города. Если в одних уже можно погонять шайбу, в других работы пока ведутся. И это вполне понятная ситуация. Осадков выпало большое количество, что коммунальщики до сих пор устраняют последствия снегопада в городе. Не остается без внимания и детский спорт. Поэтому и работники управляющей компании «Центр» нашли время для очистки от снега хоккейной коробки на территории школы номер 12. Не обошлось ей без привлечения снегоуборочной техники. Конечно, работа у дворников никогда не заканчивается. Хотя мы почистили дворы, незначительная уборка была произведена, но мы еще продолжаем, чистим. Просто вырвались мы, чтобы вот очистить коробку, а будем продолжать чистить дворы, подъезды, потому что наши люди должны ходить по очищенным дорожкам, отдыхать, наслаждаться зимой. Приходится выходить на работу и в выходные дни, если нужно, говорят работники управляющей компании. Мы начинаем работу с 6 часов утра. И сразу начинаем открывать подъезды, если завалены, крылечки отчитываем, двери, если закрыты, двери откидываем. Так, если уж скользко, если снега нет, мы песком посыпаем и тротуары. Ну, там во дворе, если надо. После снегопадов, конечно, немножко сложно, тяжеловато, но надо открывать все проходы, все подъезды. Людям надо выходить, очищаем. Если бывают сильные снегопады, выходим, даже выходные бывают. Экстренно. С нетерпением ждут коробку ребятишки. Говорят, здесь проходят и матчи любительского хоккея, и школьные занятия по физкультуре. Чтобы кататься на коньках, играть в хоккей. Все любят хоккей, мы выходим на физре тоже играть в хоккей. Работники РЭО отмечают, что вскоре все работы будут завершены, и дворовый хоккей вновь соберет ребятишек поиграть на свежем воздухе. Айгуль Мухаметшина, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».